Флешмоб «Синий платочек Победы» прошел в аэропорту Шереметьево. В акции приняли участие бортпроводники, взрослые пассажиры и дети. Участники патриотического флешмоба танцевали вальс, пели песни военных лет и раздавали пассажирам символы мирного неба и женской верности – синие платки. По словам организаторов, проект «Синий платочек» направлен на сохранение исторической памяти и развитие патриотического воспитания молодежи. Через такие современные формы сохранения исторической памяти мы вовлекаем молодежь, детей в работу. Они остаются с нами, и наша работа ведется ежедневно, не только от Дня Победы к Дню Победы, ежедневно, и еще в различных городах России, и не только России, и в селах, и в 14 странах за рубежом с соотечественниками. А мы очень активно работаем. В парках и скверах Химок также прошли небольшие акции. Например, в парке имени Толстого провели мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Участники акции врезали гвоздики из текстиля. Я всегда вообще стараюсь, если я на дачу не уезжаю, то я прихожу на День Победы, туда к обелиску прихожу, а потом в парк идем. Здесь вот мастер-класс. И вот предложили цветочек такой сделать. Но я решила, думаю, да, сделаю, потому что первый раз я вообще на мастер-классе. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в московском регионе все массовые мероприятия по случаю празднования Дня Победы в Химках сокращены.